Игра способна мотивировать человека учиться, общаться, развиваться и познавать этот мир. РФ через игру – социальный проект. Он помогает сохранять и развивать традиции и культуру народов России. Национальные игры уникальные. Их нельзя просто так купить в магазине. Нам необходимы были средства для их создания и тиражирования. Я защитила идею на грантовом конкурсе и получила поддержку от экспертов Росмолодежи.